Иван Франко как явление национального интеллекта. Так нарекли студенческие научные чтения в Измаильском гуманитарном университете. Их приурочили к 160-летию со дня рождения гения украинского народа. При всем обилии прославленных талантов, фигура Ивана Франко в украинском пантеоне творческих людей стоит особняком, ведь его отличали крайняя разноплановость интересов. Открылись чтения. Приветственным словом представителей администрации вуза, первого проректора Натальи Кольцун и проректора по научно-педагогической работе Лилии Цыганенко, которые отметили неизменно высокий уровень мероприятий, организуемых кафедрой украинской филологии, и пожелали участникам чтений успешной работы. Организатором и модератором мероприятия выступила профессор кафедры Галина Рыбедюк. Верная своей традиции, Галина Богдановна и на этот раз выплеснула настоящий фейерверк в сочетании научности, эмоциональности и эксклюзивности. В помещении, где проводились чтения, была развернута содержательная выставка литературы и периодики, звучали произведения Франко на различных языках в исполнении студентов, широко использовались тематические аудио и видеозаписи. Справді, тільки геній міг говорити на рівних із філософами. Апогеем чтений стали научные сообщения студентов и магистрантов вуза, подготовленные под руководством авторитетных научных руководителей. Их отличали глубокое осмысление материала, оригинальность научных выводов и фанатичное преклонение перед гением Ивана Франко. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».